Всем привет, дорогие друзья, с вами Серега. Мы снова играем 2 на 2 с Монтером и Монтершей, но сейчас мы играем на стандартных коробках, но я думаю, что понятно. Забыл сейчас одеть такие легкие перчатки. Стандартные коробки. О, я тоже забыл, я медик. А, не, какого нахрен медика? Я забыл, да, у меня элитные стоят. Такая же тебя. Блин, вообще жестко. Ой. Че, у них стандартные? У них стандартные. Меня забили. Серега! А я убегаю. Я просто буду бегать, пока хп не восстановится. Нет! Блин, она очень медленно бьет, это печально. Димон, тут нужно вдвоем. Тут нужно вдвоем. Да, давай, я тебя жду. Давай. А у них шлемы, на которых хп восстановит. Иди сюда, я тебя жду. Блин, так медленно бьется? Или это, или у меня кевлары все? Не, вряд ли. У меня не кевларки стоят, блин. Давай! Да! Забил. Я его один раз ударил. 5 ударов вроде надо. Бежим, давай, догоняем его, у нас элитные ботинки. Меня убьет сейчас, один удар. Давай, давай! Блин, да! Хорош! Монта что прибежала, помоги! Она его не реснет. Давай, я один раз ее шманул. Хорош! У нее, слышишь, у нее тоже обычные перчатки. Она очень медленно бьет, а Монтера, по-моему, необычный, сейчас глянем. У меня хп не восстанавливается, у меня антихэд стоит. А, у него легкие. Вот я лох, у меня антихэд, прикинь, стоит. Ай! Я его ударил в разок. Подожди, Серега, ну что ты пошел в одного? Сейчас, смотри, подожди, они убираются в стену. Так. Удар прикладом, где ты хрень? Быстрее, XO заманил, Серега. Сейчас, защита от респа будет. Быстрее восстанавливайся и убьешь их. Ай, Монтер убегает. Монтер сейчас сзади придет. Я на ЛКМ поставил, короче, этот удар прикладом. А, бить, блин, тоже надо было поставить. Ты просто прикинь, какой я лох. Я, короче, у меня антихэд. Сзади Монтерша! Черт! У меня, короче, антихэд. Я ее один раз ударил, давай. Не, я в элитном. Антихэд стоит. Есть, короче. По Монтеру ударил. Он меня тоже ударил. Да! Серега, бьем! А, она живая, я думал, это труп. Я. Слушай, по ней удар идет, сразу кровь идет. Ой, есть, есть, есть. Короче, я вообще лох, у меня антихэд и перчатки пустые. Такая же фигня, только у меня элитный шлем. Элитный шлем. А он, не, он восстанавливает. Он восстанавливает, да-да-да. А, и перчатки элитные. Серега, отойди, вдвоем бьют. Давай-давай, почти убил ее. Она фуловая. Да блин, добей, пожалуйста. Я только Монтер ударил. Она фуловая вообще, Монтер ж бей. Она фуловая. А, я тоже фуловая, Серега, помоги, отойди. Давай-давай-давай. Давай. Отойди, у нее тоже шлем же. Слушай, у нее прям, блин, что урон идет. Блин. Эй, чё она не сдохла? У меня что-то это... Помоги! Ай, убили! Да! Знаешь, такие размахи руками жесткие. Надо было карту поменьше выбрать, чтобы далеко не бегать. Блин, странно, прям впритык убью, ничего-то не идет. А, вот тоже такая... Это как с дефом, наверное. Вот сейчас я по нему ударил прям. Блин, что такое? Ай, мод уже прибежал, Валю. Я вообще потерялся. Давай, я ударил два раза. Есть, я его тоже ударил. Еще кого-то ударил. Был урон после. Меня ударил. Ай, Серега. Меня избили. Ты куда побежал? Никит, да нет, нет, стой. Убили. Ты чего? Надо ложиться, а не ложиться. Вообще урон тяжело идет по ним. С коробки. Да, блин. Как видите, ребята, это все фан. Если мы играем минус, вообще все выкладываем. Это потому что фан, тут как бы пофиг. Жесть, я ее один на один перестрелял. Патроны мне. Монтр идет. Помоги. Помоги. А есть, нет, лучше не приседать. Он меня тоже один раз ударил. Ай, все, хп нет. Уходи. Вообще. Ой, у меня вдвоем ударили. Лол хп. Я Монтершу ударил. Давай. Блин. Печально, что у меня этого шлема нет. Сейчас бы вообще сливали. Блин, как тяжело здесь. А у них обоих шлем, потому что Монтерш что-то побил, она без хп была. Я их отманил. Как ты телепортнулся жестко. Да, у обоих шлем. Что, может, мне перезайти? Есть, кого-то ударил. Да ладно, уж доиграй. Нормально-то. Еще раз. Черт! Есть, кого-то ударил. Да, ударил. У них хп так быстро регенится, что не понимаю. Да, походу. Ой, меня ударили. Блин, я... Давай, добивай их. Да если бы было у них хп мало, а так меня сейчас забьют. Добивай. Я веду на тебя, Давай. Ой, что я на кью-то нажимаю, мне? Есть, одного убили. Хорош. Видимо, у них... Это тоже коцаны. Один патрон, один удар у него, Серега, давай, догоняем. Еще один, ну! Ну вообще впритык бью, блин! К
Капец, как так, он сгонился, у него мало, у него мало. Надо стрельнуть по нему, чтобы не регенился. У него восстановилось, блин. Сзади монтерша. Вот мух, любщики. Один раз и ударь. Не бьется. Давай, я чуть не сдох. Монтр идет, идет монтр. Давай, один раз ударил. Ага, меня блин, тоже сейчас ударил. Да нифига себе, офигел, а? Ударил и убегаешь, чтобы не регенился. Еще второй раз ударил. Их двое тут, давай. Тикай, у меня регенится хп. Не делись на один двоих. Нет, все, давай. Блин, вообще хп нет. Ой, она походу нечаянно убила меня. Я монтра забил. Давай, блин, надо затащить их. 11-11 еще. Они там коробками друг друга. Монтр, помоги, блин, Серега, монтр, давай, меня бьют. Они два ствола меня решили расстрелять. Два болта. Ударил. Ой, капец, мне 0 хп оставили. Второй, третий, давай. Да блин, я три раза. Да! Хорош! Да, блин. Сзади, Серега, сзади, у меня хп 0. Да что это такое? Давай! Давай! Нет, монтр еще убьет нас! Ай, меня убили! Тебя не убили. Почти. А, нет, я виду хп сбили. Вообще все 0, один удар. Есть, я как будто нанес. Нет, у меня вообще на один удар. Давай! Да как ты? Прям бьешь коровкой. Не, странно, слышь, а раньше она била. Кстати, она быстрее, кстати. Да неинтересно, я забыл, эти короны, они в легких, у мотора легкие. Легкие, да? Вроде да, и у него легкий, по-моему, видел. Или мне кажется, или у него легкий. Да, легкий у него. Ой-ой-ой-ой. Один, да, один патрон мне. Ну да, один патрон, говорю, да, да. А, у меня в топ 5 унизил. Давай. Держи. Нет. А, ой, фига себе. Ой, что не, у них как-то вообще у них как-то шикарно урон прошел. Ты них... кого-то из них ударил. Они меня ударили, но меня. Я монтра ударил. Я ударил. У меня один удар у меня. Ну да не знаю. Ложится как-то. Они наши респе нас давят. Капец, как так? Блин, вообще дабл шлема невозможно. Блин, не, все. Ой, невозможно убить. Да не то, что он быстрее бьет намного. Я один раз, он мне 3 уже ударил. Я один раз ударил. Давай, Димон, добивай! Да он меня сейчас легких рубанет, раз я сдох. Ой, блин. Здесь они хитронули, конечно. Мясник на нас, Серега. Да не, нормально, мясник, униженный. Сейчас мы еще реванш возьмем на другой, тоже что-нибудь придумаем. Нет, нифига себе, слушай, что-то у них как-то дома. Идет именно дома. Иди сюда! Да, у него легкий, я не успеваю его тупо 2 раза ударить. Вообще. Все, меня в минус вогнали жесткий. Прям вогнали. Не, я вообще в минусе уже давно. Есть, а, одного. Это по фану, поэтому мне пофигу. Мы ж не должны с тобой показывать скилл на коробках, блин. Так, стоп, у нас 2-1 нашу пользу пока сейчас. Еще 2 минуты у нас, еще 7 килов. 12-20, ты что, мы проигрываем? Нет, я имею в виду по счету. Мы на калашах, ну, на оружиях сначала выиграли. Потом на хлопушке ты их выстегнул. О, слушай, вообще что. Вот, я его не могу ударить, я бью, и по нему урон. Да. Кроти монтра. Ну, монтра что пришла. Ой, тихо, чем идти? Блин, стой, нечто. Чёрт. Я ударил. Урона нет с этой коробки. Вот хитер, бобер, а? Еще ударил. Я хочу тебя убить, пожалуйста. Давай. Да! Да! Давай, мясник! Давай! Я попал! Давай! Да блин! Бессмертно мне. Просто ССС, что это? Как он так ездит? ХП, наверное, уже 10 раз ей восстановилось. Нет! Блин, они по-любому в легких тоже. Надо еще что-то это хитрануть. Серега один раз ударил от монтра. Есть, 2 раза. У меня один раз осталось. Бессмертный. Крутим. Ударил, монтра, крутим. А теперь убегаем. Ай, догнал. Ого, меня спиной, ничего себе. Я уже на 0.50 иду. Ё-моё, вообще жестко. Да, меня тоже унизили даже. Зато мы тут их наказали так на этих. Как его? Да не было наказа никакого. А, я. Как он так садится в угол и невозможно ударить. Есть монтр шоу. Ударил монтра. Давай, я тоже ударил, он текает. Да куда ты, нифига себе. Не дадим ему возродить. Ну так, конечно, было нечестно, но у него хп начал возрождаться, он убегать начал от меня. Вообще. Ребят, всегда заходите на полигон. А, я понял. Я 2 раза его ударил.
Не, слушай. Три. О, да, реально, садись, короче, и пойти урон как-то. Туже, а нет, нихера. О, Димон, ты хотя бы один к одному уже идешь. Нет! Слился. Не, не один к одному. Ну, уже еще два. Изи. Вообще изи, да. Вообще нормально, все, супер просто. Блин, легкие, видишь, у него легкие перчатки. Да ладно, все нормально. Мы лоханулись, Серега, нас унизили. Ладно, сейчас возьмем реванш. Реванш все будет, да. Ребят, всем спасибо там, всем пока. Всем удачи.